Здорово, мужики. On the left wing, Petrov. He shot door! Нет, я почему? Я драфт смотрел, как бы. Всем интересно узнать, что по форме у профессионалов. Коньки, обычный баур. Подмышечка прошла! А это фирменное ателье Винокурова. Туда, а там она. Ну, это фирма, блядь. Нет, ты меня нормально шнуранул. Между ног? Ой. И всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, Илья Винокуров, и вы на канале ИФ Хоккей. И сегодня я позвал к нам гостя из АХЛ, Американской хоккейной лиги, Матвея Петрова. Здорово, Лёв. Здорово, мужики. Сегодня мы зарубимся в наши любимые челленджи и позадаем вопросы про МакДэвида. Всем приятного просмотра, а перед этим ставим сюда пару хайлайтов и начнем. Давай, удачи, Лёв. Погнали. Matvei Petrov uncorks a one-timer and the Condors have a 2-1 lead. It's a McFlurry meltdown goal. Long rangy forward down the left wing. Petrov, wrist shot, scores! Top of the left wing circle, right down to the dot. Petrov shooting, it scores! Друзья, не забудьте подписаться на канал, помогите Илюхе, поставьте лайк, колокольчик, все знаете. Может, я буду говорить? Друзья, напомню вам правила. У нас всего 5 челленджей. Каждая победа в челлендже дает нам один результативный балл. И начнем мы с бросков с усов. Но броски у нас непростые. Передачи из угла. Один бросок с одной стороны, один бросок с другой стороны и один бросок из середины. Потом делаем то же самое с другой стороны. Всего получается 6 бросков. Кто забивает больше, тот забирает челлендж. Проигравший побежит 5 по 54 в полную силу. Сколько? 36. Он отказался, а Ice Bucket Challenge, да? Ты сам предложил. Че, охуя, что ли? Не, реально? Да. Я, ты первый начинаешь. Ты первый. Не-не-не, я гость. Давай. Вторая мимо. Я проиграл. Третья. Еще мимо. Я поехал домой, короче. Что-то не пошла у меня. Это мое спасение. Я тебя понял. Так. Сейчас с другой стороны. На ту сторону. В GoPro полетело. Ну это гол сейчас будет. Давай, Илюша. Где шайба-то? Нули. Первая есть. Вторая нет. Было? Не было, да? Одна только. Ну, одна есть. Ну, знаешь, ну а что ты хотел? Это тяжелое, тяжелое особо. Ну, во-первых, расскажи про свою игру в OHL. Легко ли было там играть и как удалось набрать столько очков? Ну, на самом деле, я приехал туда во сколько? 18 лет, 2 года. Я в Крыльях отыграл по МХЛ и потом переехал туда, в Канаду. Первый год, наверное, было немножко даже тяжеловато, потому что, знаешь, там не знал ни языка, ничего. Но просто повезло, был хороший тренер, были пацаны тоже русские в команде. Помогли, да? Да, и... Ну и такой коллектив был хороший, и очень сильная, по сути, команда была, поэтому давали играть много, играл в большинстве, поэтому можно сказать. Да, если играешь в большинстве, очки сами набираются. Ну знаешь, ну это такая есть теория, на самом деле есть, но по этому сезону, если даже у тебя есть время в большинстве, играешь в АХЛ, не все так просто. Все равно надо что-то уметь делать, чтобы как бы... Ну вот, как раз перейдем к АХЛ, и расскажи вообще, как провел сезон, понравилось, нет? На контрасте. Да нет, да слушай, очень круто. Вообще эмоции были вообще только положительные. Жалко, что немножко травм было многовато в этом году. А так
топ-уровень профессиональный хоккей. Какие планы на следующий сезон? Какие шансы попасть в основу Эдмонтона? Да, очень сильная команда, на самом деле. Они уже, сколько уже, 4, наверное, года или 5 лет подряд, они уже такой сильный состав собирают каждый год. И, знаешь, тяжело, честно скажу. Тяжелая организация в плане, наверное, развития, потому что очень-очень-очень сильная команда, очень сильный подбор игроков. И нужно в Канаде выиграть Кубок Стэнли, и вот они за ним идут-идут. Ну, за кого болел в финале Кубка Стэнли? Да ну почему? Ну не, ну логично, болел за Эдмонтон. Ну, знаешь, они сразу расслабились бы маленько, возможно, дали бы молодым играть. А я говорил всем, что за последние там пару десятков лет всегда выиграл Кубок Стэнли та команда, у кого есть хотя бы один русский. Ну да. Вот, поэтому Эдмонтону надо задуматься. Тем более у них есть один батарейки. Расскажи немножко про свою летнюю подготовку, потому что уже второй сезон, я тебя здесь в Морозово наблюдаю. Да слушай, да после сезона, наверное, месяц ты залечиваешь какие-то травмы сразу, вообще без коньков, без зала, без всего. Ты просто летишь, наверное, с семьей куда-то на отдых, отдыхаешь сразу же после сезона, а потом активный отдых, он всегда приветствуется. Просто тренируешься каждый день, наверное, раз 4-5 в неделю катаешься. Летом техника, физуха начинается где-то в августе, наверное. Новость. Эдмонтон выбрал Матвея Петрова на драфте НХЛ под общим 180-м номером. Ожидал ли, когда был в крыльях? Ну смотри, это было лето, я уже знал, что в любом случае я уже уезжаю в Канаду. Я вообще не знал, что именно Эдмонтон выберет. Ты как, проснулся и тебе сказали? Нет, я драфт смотрел, как бы переживал тоже. Ты же постоянно там тренируешься, там Макдэвид мелькает, всем интересно знать, Макдэвид, Драйзайтель, как они вообще, как хоккеисты, как они в жизни? Каждый человек, наверное, на этой планете всегда задает вопрос такой, у тебя такая есть возможность с ними побыть в одной раздевалке, повариться с ними, что-то посмотреть. Да на самом деле они обычные люди, просто, знаешь, уделяют, возможно, чуть больше времени и всему, знаешь, там, не просто так он. Ну, ты думаешь, это талант? Конечно, ну знаешь, это как Месси, у него же есть талант, но это плюс работа, то же самое Роналдо. Поэтому Макдэвид, у него есть талант, но он каждый день это как приходит на тренировку. Ну ты с ним так общаешься периодически? Ну было пару раз. Там есть коррупция какая-то в CHL? Просто будешь играть в хоккей, если ты вывозишь, понимаешь, и все. Так, ребят, сейчас такой непростой челлендж нас ждет. 3 баллона с каждой стороны, 6 виражей и бросок по воротам. Если не забивает хоккеист, подбирает шайбу и бьет еще раз. Не забивает, подбирает, бьет еще раз. Первый бросок идет дальше в ноль. Выигрывает хоккеист, у которого будет лучшее время за все время. Ты хоть виражики поделай, а то вдруг упадешь. Как думаешь, с какого броска он забьет сейчас? Думаешь, со второй? Да. То есть мне надо хотя бы с первой или со второй забить? Потому что на скорости я посмотрел видео, он такой в полном. Поэтому мне надо на бросках возить. Ой, руки скрещивает на удобную. Смотри, не научили человека в АХЛ. Но это было слишком легко, слышь. А что ты думал? Сколько? 16.95. Подожди, это, по-моему, мировой рекорд канала был, нет, сейчас? Ну, такая хорошая техника катания, конечно. Я не знаю, почему человек не заиграл в хоккей. Давай, Илюша, давай, Илюша! Перебил? Перебил же. Сейчас с другой стороны, кстати, тебе будет удобнее. А мне, кстати, да, поудобнее будет. Сейчас, если не с первого раза, то все, можешь дальше не бить. Тебе надо перебить вот это время. Хорошо, идем. Ладно, добью. Блин, я добью. Забить, гол престижа. Сейчас челлендж, который берет свое начало из нашего прошлого выпуска. В одной зоне играем 1-1 до 2 забитых голов. Забрал, забивай сразу. Понял? Готов? Нет. Сейчас подышим. У меня цель была хотя бы 1 выиграть. То есть ты уже ее перевыполнил почти? Да, уже почти. Ты мне, я тебе и поперли.
Все, ты наелся? Вне игры нету? Давай паузу. Ты тактику выбрал, да? Ну, я решил тебя помучить маленько, чтобы ты шайбочкой побегал. Не, ты меня нормально шнуранул там. Подмышечку береги. Ай, хорошо! Хорошо! Молодчик, Мара! Так, сейчас главное спокойненько забить. И все. В девяточку ему. Есть! В игре! Неудобно, удобно, неудобно. Давай. Слишком легко! Как? А как это называется? Слишком легко это называется. Это называется 2-1. 2-1 по челленджам. Илюша. Илюш, 5 по 54. Никто не хочет бегать. Брат, красавчик. Просто лучший. Рассказывай про свою форму в лайв-режиме. Начнем мы, значит, с коньков. Давай, снизу, вверх. Всем интересно узнать, что по форме у профессионалов. Коньки обычные. Баор. Я вот таких уже катаюсь. Хайперлайты? Да, ну это, знаешь, они спецзаказ делают. Щиточки, чё? Что? Смотри, у меня РБКшечка, блин. А, это от 20К, да, по-моему? Ну, по-моему, да, мне что-то разбили. Вот тоже обычные ФТ. Блокируй броски, брат, понимаешь? Ну, у нас в Хорсе нельзя блокировать. А, понимаешь, профессионалам хоккей за это деньги платят. Короче, я не знаю, просто цедзики, ФТ Про какие-то обычные. ФТ 4 Про. Наверное, да. Видишь, ты больше знаешь. Я не знаю. Размер, честно, я даже денег скажу. Наверное, 15. Слушай, ну баулы просто мое почтение у вас. Бля, баул просто флексить только им нахуй. Не, баул хороший, да. Как у вас команда называется? Bakersfield Condors. Вы сказать, что чего-то много в английском языке, добавляем окончание S. Один блинчик панкаке, много блинчиков панкаке S. Нагрудник тоже CCM. AS5. Обычный, да? Да, обычный. Честно, я даже не знаю, что это за марка трусов. Вообще даже без понятия. По-моему, это CCM. Это Bauer. Нет, это CCM, видишь, написано. CCM Extra Large. Вообще просто... Слушай, ну, они просто огненные. Ну, они уже подубитые за сезон. Я сначала думал, что это чехлы, короче, понял? Не-не-не. Блин, кстати, перчатки вообще такая тема, понял? Вот смотри, у меня все рваное уже за 2 месяца. Перчатки такая тема, я в тренажках катаюсь. Маленькие. Блин. Да, я заметил. Короче, перчатки обычные, цецики. Просто кастом, что ли? Да просто, я не знаю, просто тоже какие-то вот выдают там. Ну вот я, главное, чтобы 13-й какие-то размер. Про просто, Сэм Про. Ага. Ну это дополнительная защита для, получается, для кисти твоей. Да. По ручкам бьют нормально. Ну и знаешь, ты когда блокируешь броски, еще шайба прилетает не так сильно. Вот, новый мне сделали, смотри, кастомный. Я говорю, вот такой взял недавно, и он мне не подошел вообще. Во. Ну слышь, ты как лунтик маленький. Ну вот, да. Наклейки вот эти вот. Кстати, даже не знал, что они тут есть. Честно тебе скажу. Ну, куда ты отрываешь-то? Клюшки. Почему ФТ? Пришлось переходить на ЦЦМ. Заставили? В АХЛ контракт с ЦЦМ. И поэтому ты обязан играть. Все в как? Нет. Ну, там есть какие-то, знаешь, сколько там, 3-4 человека, которые могут играть не ЦЦМ. Это чисто ФТ, это не какие-то... Нет, это ФТ-шечка, да, ФТ-6, ФТ-6 Pro. 70 флекс. Ну, вот это нормально. Привязана к Бауэру, потому что синками играл, на Нексусом, которая. И она очень близко к ней, поэтому... Это обычный 28-й? Ну, вот он чуть поуже. Сам по себе? Обычно потолще делают. Ну, просто, ну, вот мне так кажется, что у меня бросочек получше стал. Короче, нас обязали, прикинь, вот играть весь сезон в таких всех ошейниках играть. И вот в таких... Давай всё. Обратно на лед. Бьем буллиты. По 3 буллита, как в АХЛ. Подмышечку целил, как Илюха Винокуров учил. Да ну.
Как так? Слышь, я вот много раз это видел. Туда, а там она, ну это фирма. Это только леворукие вратари так не могут поймать? Да, да. Праворукие поймают, да? Потому что у него ловушечка там. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ай! Подмышечка прошла! А это фирменное ателье Винокурова. Вот и 2-2. А вот и 2-2. А вот и нервы. А вот и нервы. Так, ну и сейчас финальным конкурсом у нас мини-буллиты. По 3 буллита с каждой стороны и таких 2 серии. Ну ты видел, в принципе. Да, да. Ну и вы тоже все видели, поэтому что, давай решать на 5 по 54. Куемся? Давай, брат. Смотришь канал? Конечно. Ну года 2, наверное, точно. Ну так ему 2 года есть. Да, 2 года назад. Получается, первый подписчик. Если я 3 строк забываю, ты бежишь от лицевой до лицевой и назад. Давай. 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 А если нет, то, ну, иначе ничего. Если нет, то ты ползешь от лицевой до синей. Давай, ладно, от синей до красной проползешь, если нет. Давай вообще без этого. Не-не, давай, что ты уже сказал? Да нет, три забить тяжело. Мне наказание придумаешь? Ладно, давай без этого. Мы все равно на 5-54. Давай, ладно. Все, без всего. Готов? Одна есть. Такую фигню сделал. Вообще смех. Прочитал меня, да? Ну, вратарь хороший. Но я первый нормально дал. Без шансов. Ага. Ага, а сейчас уже нервы пошли, Илюша. Ну, это база. Это база. Вот так вот. Это база. Че, надо 2 хотя бы минимум, да? Одна сидит. Ой-ой-ой. 2-2. Ой. 3-2. Мне надо 2 забить, чтобы выиграть. Не, ну хорошо, 2 забил ты, не? Да, 2 забил. Хорошие были? Хорошие. Брат, если ты 2 не заберешь, ну какой из тебя профессионал? Хорошо! А подмышки закрыты, брат! А ты сравниваешь или что делаешь? Как ты там показывал? Илюша! Знаешь, что самое крутое в сегодняшнем дне? Я никуда не бегу, а Илюша будет бегать. Да, сейчас 5 по 54, друзья. И давай, прежде чем я вставлю, как я бегаю на монтаже, пожелаем Матвею удачи в его будущем сезоне и будущих сезонах. Все-таки наш русский парень тренируется в России. Спасибо. Покоряет американскую лигу, национальную хоккейную лигу в будущем, надеемся, тоже будет покорять. Все верим в тебя. Вам спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайки, если вам понравился этот выпуск. Напишите, что вы думаете в комментариях. Ну и, соответственно, давайте пожелаем удачи еще раз. И спасибо, что пришел. Спасибо за теплый прием. Следующий год 2.0 снимаем. Да? Да? Конечно. Меня приглашают уже, видите? И по ссылке в описании вы сможете перейти на другие мои социальные сети, где вы сможете увидеть доп-контент с Матвеем. Секретный, так скажем. Секретный. Да, эксклюзивный. Все, всем пока. Давай. Давайте, ребят. Бум.
Ну, проиграл, выполняю 5 по 54. Туда-обратно, туда-обратно и туда.